friendship that is the background of this, and don't a common, cry, no, 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 and a common passion, of course. Хотелось бы сказать несколько ответных слов. Мы несколько смущены, но начать нужно с того, что именно большая дружба дала возможность нам вместе собраться здесь, и эта встреча стала результатом взаимодействия и работы с пациентами. But we are planning to develop more and more this friendship with our mission, which is of course Ayurveda. И у нас нет другого пути, как продолжать развивать наше сотрудничество, потому что мы вместе несем это знание Аюрведы в мир. Это наша миссия. But in the most broad way, not only academic, but for the people. Аюрведа должна выйти за пределы академического знания и стать доступной людям. And for the knowledge that is a benefit for the mankind, for the people. Это знание, которое может изменить жизнь человечества. And this is an incredible meaning for me. Эта картина имеет невероятное значение для меня. Because when I was very young, before knowing anything about prana or other thing, I was fascinated by the life of San Francisco. You know this. Когда я был еще молод и ничего не знал о пранических энергиях, я был очарован сиянием святого Франциска. Конечно, доктор Олег этого не мог знать. And of course, he was a real pranic healer, pranic channeler. He was not of this world. Of this dimension. Безусловно, святой Франциск – это тот пранический целитель, который работал на уровне этих энергий, и это не просто человек из нашего мира, он послан нам откуда-то свыше. And he was pure Buddha. Он был чистым Буддхи, он разговаривал с животными. But there is one thing that is very much symbolic. Но есть еще более символичный момент, который стоит упомянуть. Because this small man sorry, was able to change the world. Этот only with the peace in the heart. Этот хрупкий человек смог сделать великое дело, он изменил мир порывами своей души, тем, что было в его сердце.